Привет! Сегодня мы будем готовить горячий коктейль под названием «Каникулы в Мексике. Суперигра». Для этого смешиваем лучших участников первого и второго сезонов. Добавляем бесконечное веселье, романтические отношения и коварные интриги. Не шоу началось, а! Немного мексиканского колорита. Все это хорошенько перемешиваем. Наполняем этой безумной смесью новую шикарную виллу. Добавляем солнечное настроение. И настоящие зажигательные эмоции. А теперь садимся поудобнее и наслаждаемся. Каникулы в Мексике. Супер игра. Неважно, где ты, Мексика или Майами, парень из России или унесен ветрами, турист, посещающий жаркие страны, или бизнесмен-охотник на Манихане, периферия родины, центр столицы, мы создаем настроение и готовы поделиться, взамен получая смайл на ваших лицах. Это супер игра, и она тебе не снится. Лучшие из лучших на мексиканской вилле. Супер игра, лови нас в эфире. Жажда приза становится ближе. Под палящим солнцем ты будешь услышан. Супер игра, и все повязли в борьбе. Роскошь, соблазн, будь верен себе. Делай как хочешь, и даже ночью. В отрыв по полной, это наш почерк. Дороги разные, цель остается. Оставайся собой, за тобой наблюдает страна. Мы раскачаем Мексика на мама. Hola, amigos! Продолжается пятая неделя борьбы за суперприз «Каникул в Мексике». Тимур и Мила возобновили отношения, чем сильно расстроили Рому, который переживает за девушку друга в Москве. Оля, напротив, разочаровалась в Елисее, как только они стали жить вместе. Вместо новой девушки на виллу приехал Кирилл Слепуха и с порога предложил свою поддержку Оле. Но Оля пока не доверяет Кириллу. За ужином Амина и Мила передразнили Ниту. За нее заступились парни, и в итоге все вылилось в конфликт между Аминой и Кириллом. Выполняя задание Таира, весь вчерашний день парни провели на каблуках. Они выиграли деньги, но сочли это испытание очень сложным. Сегодня участникам предстоит почувствовать, чем пахнут деньги. Смогут ли они перебороть себя и увеличить призовой фонд? Потерпи лишь минуту, раздели эту вечность со мной, вознеси над пропастью на двоих мечты. Чуть не зашел даже. Я тебя ждал все утро. Ну, не надо, пожалуйста. Я по записку проснулся. Я очень рано проснулся. Серьезно? Да. Со Слепухой сегодня мы разговаривали с утра о девчонках. Он видит для себя три варианта на вилле. Это Нита, Снежана и это Оля. Как по мне, лучший расклад для Слепухи – это Снежана. А у них с Ромой плотная, да, как бы тема? Они друг друга не предают, да? Да, это в пятницу перед голосованием перед мужским заявила, что она поддержала бы Марселя, а не Рому. Потому что рядом с Марселем она чувствует себя девушкой. А Рома типа рахил. В плане, ну, на саму Снежану, по-моему, рахил. А, ну, Снежану. Естественно. Ему главное остаться, но у него ну, больше, да. Больше вариантов-то нету. Никто не поддержит. Да, здесь, видишь, здесь так все сейчас разбито, все очень сложно. Я прекрасно понимаю, что это суперигра, и что на место каждого находящегося участника может прийти не менее яркий, не менее интересный участник. Поэтому незаменимых здесь нету. Ну как тебе ночь без Тимура? Шикарно просто. Мне не просто... знаю, мне снились офигенные сны. Мне знаете, что снилось? Я так выспалась, и это так классно. Просто Тимур большой. Постоянно шевелится, залазит на мою сторону, подушку, вытягивает одеяло. В общем, храпит. Это немножко другое утро, другая ночь. Друзья мои, мы забыли совсем.
Про испытание. Да. Предлагаю собраться у меня в комнате в зеленой, в Змеиной, дабы обсудить. Делайте что-нибудь. Сделаем. Давай, пойдем, 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 надо сейчас придумаем, сделаем. Я все сделаю. Надо только придумать. С тобой я вообще почти не знаком, mm-hmm. ну, если брать со всеми, да, в сравнении. Ты с Ромой, правильно? Mm-hmm. Как бы я сейчас тебе на ухо не подсел, в любом случае ты выберешь человека, он и проверенный, и твой, как бы, друг-товарищ и так далее. Ты еще не видел, что здесь было. Против меня был здесь весь коллектив, Рома единственный, кто меня здесь поддерживал. Да? У меня здесь война была просто. Ну, сейчас мне сказали, что Рома тебя вообще не поддерживал. Это неправда. Мы оба уверены в поддержке друг друга. Мы можем угу. не поддерживать в чем-либо. А вот ситуация, что дорогать. Ты на голосовании ты поддерживаешь Марселя, это что такое? Я не говорю такого. О, Кирилл, здесь такие сплетни. Тут так все вот. Это ужасно. Ему нужно будет нарвать ведро травы, наполнить ведро воды ложкой. Ну, короче, все вместе. И с коробкой на голове. И все это делать с коробкой на голове. И молчать. Мы в течение всего утра ломали голову, какое испытание-розыгрыш придумает для слепухи. Возникла трудность, но мы все-таки придумали. Твое задание заключается в том, чтобы ты до заката провел романтическое свидание. С одним из парней. Сделать свидание мужчине. Ха-ха-ха. Будет очень ржачно, когда Кирилл будет подходить к парням, они будут его слышать, ты что, чувак, ты что, того, что ли? Вот это будет самое угарное. Кирис, без обид, удачи. Свидание наверняка. Да? Привет, Кирилл. Сегодня у тебя будет возможность узнать одну из девушек поближе. Выбери ту, с кем тебе будет приятнее всего провести время. Собирайся, машина будет ждать вас у виллы. Таир. Короче, мне нужно выбрать одну из девушек. Я беру Ниту. Ты дурак, что ли? А они сделают задание. Нет, так-то хороший выбор. Ну, посмотрим. Сделает, сделает. Ну все, ладно, Нита так Нита. Почему я выбрал Ниту? Первый момент, что я с Нитой меньше всего общался. И второй момент, показать всем, что Нита не такая уж слабая девочка, которая ни испытания не может выполнить, ни молчит постоянно. То есть, ну, в этом интерес. Я не думаю, что у Кирилла есть какое-то зелье, какие-то чары, что он сможет ее обольстить и что я лишусь своей поддержки. Нита вообще говорит, что как бы Демид ее друг, и она его никогда не сольет, но... Чем черт не шутит? Ниточка! Собирайся, мы с тобой едем на свидание. В прямом. Ты готова? Выезд какой-то. Мы с тобой едем. Так что готовься, будешь делать задание. Мне все сказали, что ты не сделаешь задание. А я хочу всем назло показать, что ты сможешь сделать задание. Ну и поговорим с тобой, я говорю, мы с тобой вообще не разговаривали. Ты не шутишь? Нет. Я была не в восторге, потому что знала, что нам предстоит какое-то проходить испытание вместе. Нет, конечно, это приятно, когда человек так верит в тебя, но я не особо хотела бы ехать. Что-то еще. Привет, Кирилл. Пришло время для твоего испытания. Ты много времени проводишь с девчонками, а с парнями у тебя какие-то не... А с парнями у тебя как-то не заладилось. Твое испытание заключается в том, чтобы ты до заката провел романтическое свидание с одним из парней, организовав его сам. О том, что это испытание никто не должен знать. Если ты проведешь планируемое свидание, команда получит 10 тысяч рублей. Место для свидания выбери сам. Время свидания не менее 30 минут. Если ты откажешься или не успеешь до заката, или кто-то либо узнает о том, что это испытание, команда потеряет 200 тысяч рублей. Удачи, Таир. Интересно. Все, я понял. На первый взгляд мне показалось это очень простым испытанием. Казалось бы, там, взял одну, допустим, один там стакан сока, второй стакан сока поставил, сел и пообщался. Но я думаю, что не все так просто. Не каждый может согласиться. Поэтому сейчас я съезжу на свидание с Нитой, а после уже буду думать о свидании с одним из мужиков. Ребята, хорошего отдыха вам. Давайте. Давай, красава.
Отожгите там. Давай. Мы провожали ребят на свидание Кирилла и Ниту. И начали кричать, что пришла какая-то женщина. Смотрим, тетя сидит какая-то и такая... Не суровая, но какая-то мрачная, похожая на гадалку. Мы такие, оп, что за дела, что это такое, кто это вообще? Алехандро, он представил свою тетю, которая гадает на картах. Сюда она приехала, потому что здесь, в этом доме, есть один человек, которому она очень хочет погадать. Милый, это ты. Прошу всем покинуть, ладно? Считаю, что можно гаданием прогадать судьбу, наоборот. Что, реально гадать? Сейчас будет типа это, промывать мозг. Слышь, никогда не слушай, будет по-любому сейчас промахнуть. Специально? Специально для тебя. Слышишь? Реально тебе говорю. Мне даже не это. Ладно, Мил. Подошел к Тимуру, выхватил меня перед гадалкой, сказал, не слушай, это все вранье, все, что тебе скажут, все хорошо и так далее. Ты встречаешься с кем-то? Спрашивает она. Да. Си. У него есть другая женщина на стороне? Да. Проблемы с cuerpo. Серьезные проблемы. Человек очень проблематичный, с которым ты сейчас. Она сказала про парня. Наверное, про Тимура. Что надо его бросать. Что от него одни проблемы и так далее. Как знала, как в воду смотрела прям таки. Совсем скоро у тебя свадьба. Очень много будет мужчин, которые будут хотеть стоять рядом с тобой в день твоей свадьбы. И когда будешь выбирать, не ведись только на деньги. Я замечаю сердце. У меня будет скоро свадьба, как любой женщине. Это не может не радовать. Поднялось настроение от этого. Стоит купить. Потом будут лотерейные билеты, потому что там, может быть, очень большой выигрыш тебя ждет. Может быть, я выиграю в Мексике. У него отношения с другой женщиной. Я всегда боялась, он что-нибудь сделает, потому что приедет Джексон, там начнет крушить тут все. А теперь у меня реально никто. Спасибо за то, что вот рядом с тобой я чувствую себя женщиной. Он тебе нравится как мужчина? Я не знаю. О, уже интересно. Очень много у тебя сеньоритас будет. Да? Да. Здесь или вообще? Вообще. Натура такая. Ты очень уверен в себе. Будь очень осторожен в постельных отношениях с девушками. Они у тебя и могут забрать всю твою фортуну, которую ты будешь по жизни строить. Ну, немного шокирован, удивлен, честно скажу. Выходит то, что у тебя, так скажем, кроватные отношения с девушкой, блондинкой, спрашивает она. Так ли это? Ну, постельных прям не было. Поцелуйчики точно. Sí, que se andan besándose y cosas así. Sí, pero hay una relación, pero puede suceder una cama de amor, pero si no han tenido... Окей, вы можете прийти к этому. Ну, понятно, да, естественно. И придете. Why not? Ну, в принципе, я согласен. У тебя есть мысли жениться на девушке, с которой у тебя серьезные отношения? Sí. Сказала то, что если я в ближайшее время поженюсь, то мне... у меня не получится какие-то там вещи в плане бизнеса. Она сказала немного обождать. Давайте подумаем. Всегда есть выбор у нас. Честно, со многим я соглашусь, и очень много совпадений, как ни странно. У меня будет много бабла! Да. А я поженюсь в скором времени. Да ладно? Здесь? Она будет блондинка, живет с Кириллом сейчас. У меня 44 зуба. Собака улыбака. Ну что сказали-то? Нормально. Пожениться на своей Кате. Я поняла, что гадалка пришла именно помочь Тиму и Миле. Потому что у них там запутанная история, и надо помочь им распутаться немножко. Того человека, которого ты любишь, он тебя не любит? Или он тебя не так любит, как ты его? Он меня обижает. Que él la maltrata. Él tiene relaciones con otra muchacha. У него отношения с другой женщиной. Él se metió con otra persona. Aquí está él. No llores, no llores. Aquí está él. Aquí está esta muchacha.
эти отношения могут быть постельные, но как-никак он изменяет на данный момент. В этом он тебе не признается, к сожалению. Мне этого достаточно. Я этого человека не жду. Я с этим человеком общаться не хочу. И сказала, что у меня скоро будет парень. Отличный, хороший. Который будет меня любить по-настоящему. И с которым у меня будет все хорошо. Я буду счастливой женщиной, будут дети. Что ты хочешь теперь делать? Теперь что делать? Жизнь радоваться. Я теперь никому ничего не должна. Наконец-то. Я теперь буду вообще совершенно другое. Совершенно другое. Я всегда боялась, блин, что-нибудь сделать, потому что приедет Джексон, там начнет крушить тут все. А теперь у меня реально никто. Теперь я вообще свободная, красивая женщина, готовая любить, рожать детей, радоваться жизни. Сердце моем любовь пока еще живет, но я свободная девушка и буду принимать ухаживание от других парней. Как думаете, какое испытание будет? Мне кажется, что будет какая-то жесть, если честно. Мне кажется, что она будет у нас. А мне кажется, будет обычное вообще свидание. Да, думаешь, обычное свидание? А у нас будет жесть. Испытание. Лучше бы нам сделали испытание только какое-нибудь нормальное. Да, слушаю, Таир. Привет, привет. Отлично, мы все в предвкушении. Страшно. Спасибо, Таир. Хорошо, хорошо. Спасибо. Что там? Давайте допивайте вино, выходите, и вы получите все инструкции дальше. Спасибо вам от всех жителей этого района. Сейчас, может быть, голые пойдем. Куда пойдем? Голые пойдем, хотя я не знаю. Что будет сейчас, я не знаю. Но я волнуюсь. Да, меня тоже страдаю. Выкину тогда, чтобы чуть полегче стало, то я с ума схожу уже. Ну, когда Таир позвонил и что-то Кириллу сказал, у меня были мысли, что надо будет попрошайничать, по пляжу ходить. Может, надо голыми пройтись. Может, вместе татуировки какие-то сделать. Когда мы увидели мусорную машину, стало все ясно. Офигеть. Привет, ребята! Вы же не думали, что будете просто мило болтать и ничего не делать? Это испытание для вас, отлично. На этой мусоровозке вы должны проработать следующие 3 часа. При этом вы обязаны исполнить любые требования Луиса. На каждой точке у вас не больше 5 минут. Не успеваете — поражение. Классно мы одеты. Да. Не выполняйте требования Луиса — поражение. Можете отказаться от испытания, он с радостью выполнит его за вас, за ваши 100 тысяч. Если вы справитесь и выполните все поручение, ваш банк добавится 100 тысяч рублей. Удачи от чистого, чистого сердца. Спасибо, Таир. Что делать? У меня сразу мысли возникли, куда надеть туфли и что можно одеть сверху. У меня не было мысли отказываться. Как ни странно. Ты хочешь в этом убираться, хотя так смешно будет. Буду в этом без туфлей тогда, просто сниму туфли. Я Киду еще одел, смотри, какие. Да, офигенно, я вижу. Белую футболку. Боже мой, просто пиздец. А мы придем, от нас будет вонять, наверное. Я в шоке вообще. Вот мусор, видишь, стоит, сейчас буду. А, нет! Ну-ка нет, пожалуйста. Можно я в зеркало посмотрюсь? А мой Дэл. Красиво выглядишь перед тем, как убираться? Пока да. Ну, меня это не испортило. Я оделась действительно как на вечернее свидание. В платье была, в туфлях, как обычно. И поняла, что надо от этого всего избавляться. Я лучше босиком буду, чем в таких кедах, чтобы я боюсь их испортить. Добротные, новые, хорошие. Пусть ноги все будут изранены, но кеды будут целы. Майку дашь мне? Так как он хотел снять майку, я попросила, можно ли я одену. Он согласился и дал мне эту майку. Буду руками стирать.
Окей. Это все кидать надо? Limpio. О май гад. Я такого никогда не делала. Я не могу научиться. Я никогда в жизни не могла подумать, что такое может случиться со мной. О боже, я не могу это пройти. Все расслышалось. Если дома это берешь пакетики, выкидываешь на мусор, и все, это ничего такого, да, это обычное дело. Но то, что сегодня, я не знаю, это, я думаю, запомню на всю жизнь. Я не могу, это противно все. Я же трогать это не хочу. Кирилл, я трогаю, значит, ты будешь трогать тоже. Это испытание как раз таки для меня и для Ниты, потому что и Нита такая девочка вся элегантная, брезгливая, и я. В первую очередь это преодоление самого себя. Да, мне это сейчас очень помогает. Давай, здравствуй, мне кажется, это сексуальная работа. Давай, Нита, давай! Я убирала, подбадривала Кирилла, кричала, потому что сама пыталась что-то, какие-то большие пакеты выкидывать. Как воняет! Я воняю! У меня такого никогда не было. Что это? Запахи были омерзительные. Пончик, мы это ели, Кирилл! Это прокладка, использованная какой-то жирной мексиканке. Кирилл, забей! Это вкусняшка! Думаешь, это все вкусно? Копаться в мусорке руками. Это аморально, но я переступила через себя. Конечно, легче станцевать, стриптиз было. Каникулы крутые! Спасибо за то, что вот рядом с тобой я чувствую себя женщиной. Он тебе нравится как мужчина? Я не знаю. Ого, уже интересно. Господи, какая грязь. Свидание для тебя. В смысле? В прямом. Мила моя подруга, а Тимур твой друг. Да. И у них сейчас непонятные отношения, они не могут определиться. В связи с Оракулом, конечно, с этой гадалкой они... После гадалки они еще не общались, давай сделаем им первый романтик такой. Совместно, ну, как раз Мила давно хотела. Да. А Тимур сам додуматься не может. Зажжем свечи. Поможем им как друзья. Да. Чтобы они немножко расслабились, поболтали и поставили все точки над «и». Раз, два, три. Пошли. Короче, извини, но я не могу больше ждать. Я... Сегодня день сюрприза, что ли? Иди сюда. Все, пойдем. Все нормально. Все нормально? Да. Я просто же задом наперед одела платье. Да я уже понял. Все началось с улыбки, со смеха, и мы их оставили в покое. Это их первое свидание получается. Да, последнее. Последнее? Если мы больше не будем делать, то это последнее точно. Может, им понравится, и они выйдут во вкус. Может. Вау, конфетки! Крутяк! Пойдем. Блин. Балкон. Кайф. Блин, так люблю сладкое. У меня для тебя тоже есть небольшой сюрприз. Вау. Не прошло там несколько минут, как началось мое свидание. Амина вдохновлена была этим свиданием Тимура и Милы. Помогала мне делать, ей так нравилось, хотелось. Я увидел в ее глазах как бы желание самой ощутить эту радость, наслаждение. Клево проводим время, по-моему, на мой взгляд, нет? За этот месяц, по-моему, много всего было и хорошего, ну и плохого, наверное.
каком-то смысле, но мне кажется, для обоих нас это нужный этап. Поэтому спасибо за все в любом случае. Реально. У меня крутые каникулы. Ты даже спасибо. Не буду ничего загадывать. Мы очень круто дружим, общаемся, и ты во мне можешь уверен быть всегда. Спасибо тебе, что ты всегда поддерживаешь меня. Следом. Я не знаю, как ко мне относится Кирилл, но я к нему отношусь очень хорошо, и на этой вилле это первое мое свидание. Ну, я это все приготовил для нее, чтобы сделать ей приятно, чтобы поболтать, сидеть и еще сблизиться ближе. Ну, честно, есть такая тема, то, что как-то в первые дни мы как-то, наверное, более искренне были, сейчас как-то, да и я сам себя замечаю, странно веду себя. Ты закрылся? Ну да. Все прошло? Да хрен знает, да нет. Просто странно как-то. Не могу объяснить. Мне кажется, мы просто узнали друг друга получше. Вот и все. Фишка в том, что мы очень разные. С Милой раз. Второе. Мила порой меня очень сильно отталкивает своим хабальством, подстрекательством, матом, бухлом. Четыре фактора. Вот как нормальный мужик должен реагировать, когда «Мне сейчас узнается». Спасибо за то, что вот рядом с тобой я чувствую себя женщиной. Я расслабляюсь, я всегда знаю, что ты обо мне позаботишься, и это очень круто. Хочу пить за твою маму, правильное воспитание. И нашим мужчинам, россиянам, нужно учиться у тебя, потому что таких мужчин, я не знаю, осталось единицы, эксклюзивчики. Давай за тебя. Перфоборчики. Давай, спасибо. Несмотря на ее кабальство, которое иногда бывает, на ее грубость, там, на провоцирование драк и каких-нибудь скверных слов, которые вылетают из ее уст, она очень хороший, добрый человек. Очень милая девочка. Рядом с ним я чувствую себя женщиной. Ударила палец на ноге. Поехали в больницу смотреть, в чем дело, почему он так болит. Вы пожрали? Да. Что? Ну, нормально. Все в порядке. Слава богу, ничего серьезного. Ушиб, связки. Я вернулась на виллу, все отлично, буду лечиться. Кирилл Слепуха не приехал? Нет. Очень горячо. Я это восприняла как: Кирилл, давай займемся благотворительностью. Нам это добро когда-то потом придет. Why? What? Как? Это нереально просто сделать. Это перебор уже. This is, я тебе шлёпанс нашел. Давай сюда, я одену. На? Есть второй тапок там? Мне пофиг. Спасибо. Поехали. На самом деле, это так удивительно. Я думаю, что если бы Нити еще сегодня кто-нибудь из девочек сказала бы: Нита, на, вот одень туфли или какую-нибудь обувь, она бы посмотрела и сказала: нет. А тут она одела тапки, которые выбросила какая-нибудь наверняка старая мексиканка или, может быть, молодая мексиканка, не знаю. И она спокойно одела. Я себя чувствую бомжом. Так вот рычаг, может, рычаг нужен? Да не рычаг нужен. Окей, руками так руками. Да мы не вытащим это руками, Кирилл. Давай, делай, работай, а то сейчас сдавит. А давай я нажму. Но? Нет, он говорит руками. Окей. Все было нормально до того момента, пока мы не приехали сюда. Когда нам сказали, что вот эту огромную мусорку надо будет вычистить руками, не знаю, у меня был такой маленький шок. Я думала, может, сдастся. Не, желания отказаться не было, потому что я говорю, что почему-то я думал, что сейчас... Да я как-то не оценил объемы. Сейчас придумаю. Просто обидно тоже бросать это дело. Вот мы все сделали. Мы сделаем. Надо просто придумать как. Ты пока работай, я пока придумаю. Как? Надо туда залезать. Сейчас я залезу. Нет, я сейчас приду. Да, милый, иди, конечно, я пока поубираю. Окей?
Грациас. Руками быстрее, Кирилл, тебе сразу. Не, я нормально. Не хотим бабок. Это, наверное, первое испытание, где действительно я думала о деньгах, где я думала о том, чтобы не подвести команду, потому что, когда Кирилл сегодня выбрал меня, все сказали, что да, она не сможет, она слабая. Памперсы! Забей! Он полный памперс, я взял это! Когда ты стоишь, не знаю, вокруг тебя несколько квадратных метров этого мусора, и не твоего мусора, что немаловажно, тоже, а каких-то левых людей, крайне омерзительно. В этой мусорке было все, наверное. Там были какие-то овощи, там были памперсы, прокладки, посуда какая-то, тортики. Ну, все, что обычно люди выкидывают в повседневной жизни. Там было все. Мы сможем это сделать. Чуть-чуть осталось. Да нет, я только контейнер. Давай, тер. Господи, да. Какая грязь. Все эти испытания, которые были, которые мне ребята рассказывали, я думал, просто ничто. Кирилл, мы сделаем это! Давай быстрее, пожалуйста! Не зря же мы позорились. Сука. Я уже вижу дно, Кирилл! Если честно, прямо сказать, мне посещают такие мысли. Я вот так вот тут канителюсь, убиваюсь, блин, на эти деньги получит кто-нибудь другой, а? Или еще так, я тут убиваюсь, испытание корячься, а меня возьмет и никто не поддержит. Я через 4 дня уйду домой. Кирилл, я тебя поддержу, если мы это все уберем. Пофиг нам все. Нита в порыве истерики сказала: ой, Кирилл, ты такой крутой. Если мы все, мы справимся с заданием, я тебя поддержу. Я такой: окей. Вот только не поддержи, на. О! Я чувствую землю, мать его! Кирилл, молодец! Это земля! Чуть-чуть осталось, господи, ты самый крутой! Конечно, моей радости не было предела, я понял, что уже конец близок. Ты реально крутой, Кирилл, я вообще от тебя была другого мнения, конечно. Ты что, офигела? Я тебя не знала вообще, я сейчас знаю, что ты реально крутой! Я всем девочкам буду хвалить тебя. Нет. Просто подержи меня на голосу. Кирилл, дай пять. Мы так воняем с тобой. Мы все. Мы с Кириллом это сделали. Я надеюсь, мы успели по времени. Если мы выиграли, я буду гордиться собой в 100 раз сильнее. Но меня сейчас очень хочу в душ. Пока мне стыдно там даже на вилле появляться. Потому что я воняю очень. Фу. Здорово, короче, спасибо каникулам Мексики, спасибо ведущему за это. Мать его. Для нее это было очень тяжелое испытание. Слушай, а для нас дома убирать не тяжело? Нет. Решили остаться друзьями. Посиди с Ромой. Это свидание для тебя. Я надеюсь, ты меня выручишь. Мне без разницы, кто. Тебе без разницы, кто. Ребята. Выиграли? Да. Что же они сделали? Себе. Лям 700, господа. Молодцы. Молодцы. Может быть, только для Кирилла было испытание. Так что, мальчики, расслабьте булочки. Сегодня у вас выходной. Фу. А у Кирилла еще до испытания. Какие-то проиграли. Нормальные, я, ребят. Вообще уроды моральные. Врут, они врут. Да, врут. А что вы делали? Врут, нет. Что вы делали? Очень смешно все это, конечно. Кирилл, что вы натворили, а? Да, нет, тихо. Не стой. Я это посмотрю. Не подходите никому из нас. Слышь. Ты смотри. Они воняют. Не подходите, только а ко мне подходить, может,
можете подходить. Одна кто хочет меня обнять? В мусоре копались, убирали мусор. Ребят, по всему это городу. Просто пикни. Вонь стоит от ребят жутко, конечно. Мы едем на машине, короче. Бывает, да. И знаешь, бывает. Стоят такие, знаешь, это, мы их вот так хлоп, хлоп, знаешь, в этот, в мусоровозку, знаешь, там что-нибудь упадет или еще что-нибудь, мы там руками вот так. Потом в конце, а мы едем, типа, думаем, не что едем на большую вас. Такую мусорку. Мы думаем, что это, короче, знаешь, сейчас мусорку выбросим, ага. Все такая халявное здание, двум ребятам скажем, что был ад. Да, давай, давай. И приезжаем такие, выходим, и там, знаете, там стоит огромный контейнер. Огромный. Вот такой, наверное, вот этот, ну, чуть меньше, убирает. Чем меньше вот этот, короче, ковер. Который обычно подцепляется, знаешь, ну, и понятно. Вот так... Да-да-да-да-да. И все, руками убирайте. Это все а он грузить надо? Полностью, он с горкой. Но это жуткое испытание, и тем более свидание. Это кошмар. Видела недоумение в некоторых девочек. Типа, ну, блин, ну и ладно, сделала, и так ей надо. Пусть на помойке ковыряется, как будто со злостью какой-то они были. Мерзко. Как я прихожу, и все ребята, типа, вообще, говорят, ой, слава богу, ты меня не взял. А сержант там орала больше всех, что она хочет поехать. А потом, а как лучше ты меня не взял? Ну нет, ты тоже сейчас, ну, зачем ты борщишь? Мы со снегом убирались 5 часов, и убирали толчки, чистили. Ну, гаун, вот, на котором было. Ой, то, что там было, это цветочек. Потому что, ну, не знаю. Вы же приехали, мы же не начали рассказывать. Я же не подошла к тебе, не сказала, слушай, Нит, ты знаешь, я такая уставшая, ты пришла вчера, легла бухая спать, а я драила твой толчок. Мне кажется, это надо воспринимать как испытание. Мне кажется, что ну, ты сейчас не права. Ну, всем сразу так... Нам тоже, слушай, Нит, нам точно так же ни слова никто не сказал с этим дебильным 5 часов, когда все тусовались, когда все уставшие. Я считаю, что ты не права, не знаю, может, я ошибаюсь. Почему я не права? Оль, ты сейчас будешь обижаться на то, что я не то что-то сказала. Оля отвернулся от меня в этот тяжелый момент, как ни странно, я удивилась очень. Я ничего такого обидного не сказала. Ну, не знаю, может, как-то интонацию я не ту сделала, она вот это восприняла очень остро. И мне было очень неприятно, я сделала определенный вывод по этому человеку. Я не знала, что он так может. Для нее это было очень тяжелое испытание. Слушай, а для нас дом убирать не тяжело? Нет. Ну, как бы... Ну, как бы мы и не требовали. Мы убрали 5 часов без передышки. Я об этом не сказала. Говорю, мы хоть слово кому-нибудь просто сказали. Просто если ты так говоришь со мной, я это воспринимаю вот так. Я тебя знаю. А так как... А я с ней не так заговорила. Я знаешь, как зашла? Я говорю, нет, ты что такая в плохом настроении? Нет, нет, вот именно... На что она, вот... знаешь, как ответила? А ты бы убрала, я бы на тебя посмотрела. Она так ответила. Мне это вообще пофиг. Я как бы за тебя переживаю. Ну не порти отношения с моей запаснухой. Постоянкой. Нита захотела, значит, внимания, аплодисментов и так далее. Чего она не получила, из-за чего она разозлилась, из-за чего я сейчас на данный момент с ней даже не хочу разговаривать. Так вы к чему пришли? К общему знаменателю или нет? Я всегда был. А, все как всегда, короче, ничего не поменялось. Решили остаться друзья. Причем с улыбкой. О, это до первых единорогов. В общем, единорогов они называют там, когда у них всплеск эмоций. Когда им хорошо вместе, когда они хотят целоваться, когда там пара. Когда единороги убегают, то они становятся друзьями. Давно надо было их истребить. Вот, поэтому все проблемы из единорогов. Ну, а тебе Кир-то нравится? Не, ну, хороший парень. Он тебе нравится как мужчина? Я не знаю. Ого, уже интересно. Он стабильный, хороший, умный, уверенный. Ты замуж надо выходить? Да, я знаю. Ну, не знаю, у меня таких не было, как Кириллов. Кириллов таких не было в жизни. У тебя были плохие парни, может, да. Попробовать стоит. У меня всегда были плохие. Стоит парни. Попробовать хорошего парня. Ну, не знаю, время покажет. Я девушка, им не нравится делать никаких первых шагов. Будем смотреть, что, как он будет ко мне относиться, но сейчас я вижу только дружеский такой уклон. Ладно, ну нет, конечно, я вижу, что я ему немножко нравлюсь. С
сиди с Ромой. Это свидание для тебя. Я надеюсь, ты меня выручишь. Мне без разницы, кто. Тебе без разницы, кто. Почему ты не хочешь с ним разговаривать? Я хочу с ним поговорить. А ее нет рядом. Почему, когда мне плохо? Мы по-дружески сидим, общаемся. Просто себе позвала кого-нибудь другого из мальчиков посидеть на закат, ты бы начала ревновать. По-дружески не понял бы, поэтому по-дружески сидим. Нет, понятно. Дружеский закат с Милой. Мила мне позвала на пляж под закат. Мы всегда хотели посмотреть его вдвоем. Вот. И наше самое большое разочарование было то, что единороги не пришли в этот момент, понимаете? Все серьезно? Слепуха продолжает вестись на розыгрыш, несмотря на то, что у него сегодня уже было испытаний. Подошел к этому моменту я очень ответственно, потому что 200 тысяч за такое простое задание, я думаю, что где-то есть подвох. Взял два коктейля, свечи, цветы. Так, а теперь момент истины, да? Для кого же это все? Да-да-да-да. Знаете, для кого это свидание? Нет. Это очень весело наблюдать, как мужик хочет позвать мужика на свидание. Свидание для тебя. В смысле? В прямом. Сейчас. Ты что, гонишь? Думали про тебя так. Ты что, таганул? Нет, ни в коем случае. Да он приказ, один дверь. Сейчас я посмотрю. Что нормально вообще, нет? Кирюх, знаешь, я к тебе, честно, очень... Нормально отношусь, знаешь, и я просто не хочу играть вот в эту вот историю, как вот у вас с Вэллом. Не-не-не, вы, знаешь, честно, не хочу вот, вот в этом принять участие. Подожди секунду, не подожди, нет, без... подожди, стой, Димит, но стой. Это реально, это трэш. Это не трэш, это просто мы посидим, пообщаемся, ни в коем случае, я тебе говорю, Димит, никаких... Вот это сидеть с мужиком при свечах... Окей, давай затушим, окей. Никаких... Да нет, да не суть, не свечах, суть. Нет, цветы, это... да что еще, луна. Чувак, это слишком, честно, я не готов. Ром! Ты можешь поприкалываться с Ромой? Реально, он как бы, ну, реально приколист. Это здесь даже не прикол, Димит. Ну, посидите, поприкалывайтесь, попейте, как бы, посиди с Ромой. Это свидание для тебя. Пухов вцепился ко мне в руку, кричал: «Димит, это свидание специально для тебя. Останься, останься, Димит, не уходи. Димит, Димит». Он просто испугался. Ну, окей. Я надеюсь, ты меня выручишь. Мне без разницы, кто. Тебе без разницы, кто. Это было... Самое прекрасное, наверное, 5 минут из всех издевательств, которые были, наверное, на вилле. Это Слепуха, прости. Что за хер? Мои качалки. Здесь мы с тобой занимались. Такой хуйней занимаешься. Еще и в каком месте она гею жила? В смысле, ты реально угораешь? Демида позвал? Да, и Демида позвал. Убирайте нахрен отсюда это. А что вы? Люди смотрят, а что вы реально первые развели гей-парад. Да? Мне просто начал взрываться мозг. Я просто не понимал, что происходит. Хотелось действительно снять кепку, кинуть ее нахуй, сказать: блин, чуваки, это испытание, мы его проиграли из-за вашей тупости. Я реально очканул! Эмоции были потрясающие, потому что, блин, меня просто... Они очень хорошо разыграли. Это прикол Бека, мне кажется, очень ржачный. Мне тебе нравилось? Я спрашиваю, ты достал меня. Ответь на вопрос. Глупый вопрос, потому что все понятно и так. Конечно же, нравишься. Почему? Почему может ответить только вот эта штука, которая бьется по твоей голове? Сердце? Угу. Давай дальше. Все, хватит на сегодня. Утро вечером мудренее, поэтому надо решать вопросы и разговаривать на свежую голову. Пусики, как пусики. Один стакан и все. Мила, иди сюда.
Нет! Ты променяешь его на стакан? Пожалуйста, дай, пожалуйста, мне мой стакан. Тебе хватит, правда. Нет, мне не хватит. Он бесится. И что, у него муж, что ли? Амина считает, что если она выпила или не выпила, что она может послать человека, с кем она дружит. Для меня это неприемлемо. Мне уже это надоело. К сожалению, я всегда ошибаюсь в людях. Мне нужно понимать тоже. У меня тоже есть проблемы, у меня тоже есть своя жизнь. И мне хочется там поделиться с ней, рассказать. А ей всегда весело, и ей не до меня. У меня друзья, остальные одна. Мне пофиг, я люблю. Ничего могу поделать. И никто не нужен. Блин, черт. Каждым днем или еще, когда нет рядом со мной Джексона, я понимаю, что я его очень... Я когда говорю о нем, хочу плакать, всего не хочу. Я очень скучаю по нему. Я люблю его. Там пошла гадалка или что-то рассказала мне. Пойдем поговорим. Не хочу с тобой разговаривать. Почему ты не хочешь с тобой разговаривать? Я хочу с тобой поговорить. Ты меня бесишь. А ты меня бесишь, милая. Я живу реально твоей жизнью. Я все время живу твоей жизнью. Хватит. Когда мне плохо... Обманывать. Хватит обманывать себя. Тебя в чем я обманываю? Когда мне плохо. Когда я лежала, плакала, тебя не было. Я постоянно Тимуру, я живу твоей жизнью. Мы завтра поговорим. Ты проводишь время, как тебе надо. Все, пойдем спать. Завтра мы поговорим. Все. Мне это вообще не понравилось, завтра, понимаешь? Завтра поговорим. Все, спать. Мне реально вот от этого больно. Когда мне реально... За мной чужие люди. Чужие люди со мной. Верь им. Почему он для меня ничего не делает? Почему? Завтра мы об этом поговорим. Свидание. Все. Я общаюсь с Тимуром. Я смотрю на общий лаж, чтобы было все хорошо. А ее нет рядом. Почему, когда мне плохо? Делаю выводы. Все, значит. Значит, делаю выводы. Ну вот я и делаю выводы. Я всегда по простоте своей душевной называю всех своими друзьями, прощаюсь, и дружу, и все такое. Хотя пора уже давно понять, что это супер игра, и что тут доверять вообще никому нельзя. Кто общался с Милой за проектом? Нет, кто про него что знает за проектом? При всем моем уважении, я ничего там на 60 тысяч нету. Вы уроды, реально, моральные уроды. Да что случилось? Вот, вы. Нас вот взяли вот за прям вот и... Друзья, нет, нет, я там за такси, ребят, там... Ребят, два, ребят, всех, здесь такая тема. Всех. Чуваки, здесь такая тема.